Привет, вы на канале Sunny Geek Commander. Сегодня буду делать обзор на Hot Wheels, на машину под названием Cloak & Dagger. Это машина из серии Checkmate. Я называю шахматной серией, потому что там есть такие машины, где написано именно название шахмат. Вот буду открывать. Выглядит вот так. Тут написано Bishop. Здесь такой зелено-прозрачный. Что ж, буду открывать. Че нафиг? Подстава. Открывается, вот все. Вот эта машинка. Обучение, все. Вот сейчас. Выглядит вообще идеально. Тут оно снимается? Блин, я смотрел видео, они снимали этот верхний корпус и... Все по-другому там еще время видео как-то. Я не буду снимать. Выглядит все вот так снизу. Она ездит. Я в магазине видел только такую. Из Checkmate серии. Выглядит вот так. Черный с зелено-прозрачным. Сейчас сделаю сравнение с Милана, но... Милана немножко получше с, по покраске, но и на эту машину вообще самая классная. Сейчас я попытаюсь снять верхний корпус. И вот я снял машинку, выглядит вот так. Вообще блестящая машина. А вот сам отдельный корпус. Он пластиковый, а тут все металлическое. Чем-то мне напоминает старый Бэтмобиль. Только еще другой. Я видел еще красный такой же. Только он был в другой серии. Если на следующий обзор я буду снимать про такую машину. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. С вами был Саня Geek Commander. Всем удачи и всем пока.